Количество протоколов об административных правонарушениях, составленных с участием народных дружинников общественной организации, осуществляющей охрану общественного порядка за 8 месяцев, это было 602. Количество дежурств 2547. Из них на спортивных мероприятиях 55, культурно-массовых 2, оперативно-профилактических 318, соблюдение масочного режима 182. При этом численность членов ДНД 28 человек. А вот роль дружинников в вашем посещении какая? Вы специалист правоохранительных органов, понятно, он составляет протокол, проверяет, у него властные полномочия. Дружинник с ним идет. Все, я понял вас. Во-первых, это направлено на, так сказать, пробуждение правосознания, во-первых, гражданина, то, что не, с ним не только, так сказать, сотрудник в форме идет, но и такой же гражданин, который также ходит по улицам и по тем же самым улицам, общественным местам, также ездит на автомашинах, у него также есть дети. Ну и второе, это у нас они являются как свидетелями и понятыми различного рода, так сказать, наших процессуальных действий. Без них мы никак, потому что это надо, правонарушение надо зафиксировать.